Интеллектуальный спортсмен из Вятских Полян стал бронзовым призером этапа Кубка России по шахматам среди юношей. Соревнования проходили в Казани, собрали более 80 ребят из 20 регионов страны. Нашу область на турнире представлял 11-летний Азат Габдрахманов. В его послужном списке есть успехи на районных и областных соревнованиях. За 4 года занятий шахматами он уже научился обыгрывать не только сверстников, но и взрослых. Сражается со своим тренером Петром Назаровым. Многое переняли у своего наставника. В Казани на Кубке России Азат отыграл 9 туров по швейцарской системе. Набрал 7 очков из 9 возможных. В итоге юный шахматист занял 3-е место. Хороший результат, тренировка перед Кировской областью. И то, что я набрался мастерства все 9 туров.